Есть вот такая шапочка. Она довольно-таки трудоемкая. Вот. Но здесь очень много всяких деталей, которые самопальные. Ну, как это сказать, они были не предугаданы мной даже самой. Потому что дизайн это такая, ну, это не термин, а это именно ситуация. Ну, для меня, например. То, что ты делаешь что-то одно, а у тебя получается что-то другое. Может быть, это неправильно, ну, потому что везде говорят, что нужно сначала нарисовать там, ну, чтобы все было по плану, там, разложить по полочкам, что ты конкретно хочешь. Вот. Но у меня нету такого, может быть, дара, ну, предсказывать погоду. Вот. Но есть какие-то вот ситуации, которые я не смогла, допустим, предугадать. Вот. Ну, даже, я думаю, профессиональные дизайнеры, может быть, сталкиваются с такими ситуациями, ну, непредсказуемыми, да, когда хотелось все сделать так, но вот ткань как-то вот не очень легла или еще что-то, и пришлось все переделать, но уже не по эскизам, а просто. Ну, вот у меня вот такая ситуация сложилась с этой шапочкой. Вот эти вот места, вот они у меня со сборкой получились. Вот, и я так посмотрела, что мне так понравилось, и я решила оставить. Вот. Дальше могу рассказать, из чего она состоит. Вот эта вот часть, это была тоже кофточка. Вот эти все детальки, ну, это все вот кофточка была. Вот, но она немножко порвалась там в одном месте. Ну, уже мода прошла на эту кофточку. Вот, и я решила ее немножко распустить. Вот, и задействовала. А здесь вот этот фрагмент, это был карман. Карман на этой кофточке. Я его просто взяла и отпорола от кофточки и пришила сюда. Вот. Чем еще эта шапочка, ну, странная? Тем, что она не скроена по выкройкам. Ну, то есть... Она просто по обхвату головы, как-то я ее так уложила, вот эта часть, это вот такой прямоугольник просто. Часть, которая вот углом, да, вот выше, вот, ее пустила на сборку, и получилось, что, ну, получился прямоугольник. Вот, и вот он здесь, вот эта вот, вот деталька. Вот эта часть, вот, она мне тоже непредсказуемая. Вот. А, бантик. Бантик это просто моя симпатия. Мне так понравилось, я решила так оставить. Такая шапочка.